Приветствую всех на своем канале. Сегодня суббота, а это значит, что снова стрим и снова по Far Cry 6. Сегодня стрим номер 6, и мы продолжим игру с того места, на котором остановились в прошлый раз. Что, собственно, неудивительно, мы всегда так делаем. Да, кстати, там вышло дополнение вот с этим товарищем. Насколько я помню, это из третьей части «Злодеюшка». Что делаем дальше, Зепслада? Есть предложение? Вы не слушаете. Вот я не сплю. Не слушайте! Закройся! Ну как ты не спишь? Утро, 8 утра, ночь на дворе, а ты не спишь? Я это заслужил, Дани. Вот кустись, Вантеро. Нет! Твой брат предал нас. Си-си. И всю жизнь будет за это расплачиваться. А ты готов сам признать свои ошибки? А ты, Камила? Я выбрала Кастильо. Потому что с Ривером мы бы точно разбогатели. Ну, сочувствую тебе. Я не верила в вас. Совсем. Винила вас в том, что вы не бойцы. Но папа был прав. Вера должна быть взаимной. У меня работа удаленная. Я, ну, в 8 встаю. В 9 сажусь за комп. Надо атаковать его. Табачные плантации. Мы уже попытались. Нет, все плантации сразу. Выманить солдат, охрану. Умно. К счастью, Филли все предусмотрел. Мы с этим разберемся. Круть. Давайте разделимся. Ударим по КПП, блок-блок постам и прочему. Раз-раз и все. Потом махнем на авиабазу. Ну хрен ли вы тормозить? Далее. Я рано составил финаль, Роберто. Аста финаль. У меня есть подозрение, что это финальная миссия в этом регионе. И после нее мы вернемся к Ларе, а потом пойдем в другой регион. Напалмушек. Железная птица, адский огонь и надежда Запада. Ты летал на нем? Нет, ты что? Я высоты боюсь. Буду ветром под твоим брюхом. Отжарь хосе, а я за тебя поболею. О, героиня! Подруби мой музон. Магия Филли, детка. Ко мне, киса. Когда все закончится, я отвезу тебя в одно чудесное местечко вблизи побережья Яры. На свой личный остров. Его убили? Не знаю. Не знаю. Что тут скажешь? Так, наверное, и было задумано. Убьешь ее, дам миллион. 2 миллиона. 3 давай. Иранские сигареты. Я думал, их не достать. Антон меня любит. Его солдаты трахнут и прикончат каждого из вас, поганых Монтеро. Не вижу здесь Антона. И друзей твоих тоже не вижу. Знаешь, папа вручил мне этот клинок, когда мне было 7. Научил метать его, убивать им. Мы с отцом похожи. Ты смогла похоронить то, что от него осталось? В этом клинке не чувствуется мощь Яры, правда? Ты забрал мой дом! Моего отца! Пора что-то отдать. Граната в рот.
Да, ощущения не те. Трэш, угар и садомия. Умница, чоризо. Алих ушел. Опять. Ну, это его выбор. А папа? У него был выбор. Он даже не видел наших побед. Будь он здесь, никаких побед бы не было. Как же! Королеве Либертат лучше знать! Я знаю, что он не передал бы тебе ни ферму, ни лагерь. Но ты же справилась. Эспада, ты нужна лагерю. Ты очень нужна, Либертат. Помоги нам, наконец, покончить с Кастильей. Интересно, а тут будут сильные мужчины, брутальные? Или тут бабы борются с диктатором-мужиком? Монтера не жмут рук. Мы пьем. Но за Монтера. За будущее. Марка украла? Что значит украла? Эль Тигре! Оладани! Какого... Ты в ловушке. Смерть смотрит тебе в глаза. Что будешь делать? Правильно. Меня кучу раз били по яйцам. Я их 72-го не чувствую. Не делай так больше. Что? Микаса и Сукаса, баба тигра. Да, взяла на память. Я сначала не понял, почему ты. Мне сломали нос. Я тебе не мамочка. Есть люди, которым... И правда нужна помощь. О, но я страдаю. Эй, полегче. Герпес не в счет. Это Лоренцо Консека, поэт-легенд. О, я чую горячую кровь бойца. И, конечно же, фартовое. Сердце-легенд. Он не сломан. Разве? Я слышал хруст мьерда! Новый пациент? Похоже, да тут старперы. Все наши, все мои. Новый кулак революции. Нет, я от Клары. Либертат просит легенд о помощи. Люди верят в вас. Сражаться с Кастильо? Яра полностью его заслуживает. Буэна суэрте. Прости, хватит с нас революций. Видать, Клара ошиблась. Не расстраивайся. Им нужно получше тебя узнать. Ты приходи, как освоишься. Бабка классная. Бэби, тигра. Такой же хочешь быть? В старости. Блять! Ну чё ты стоишь? Стреляй давай из своей базуки! О!
Где же твои лодки, Елена? Жду, пока в небе не станет чисто. Так, ладно, самолеты стой, раз, два. Подкрепление в пути, Либертад. Гуаньо, надо было позвонить раньше. Лодки будут у тебя с минуты на минуту. Держись, Дани. Елена, давай нам лодки! За русалочка. Здесь случилось что-то плохое. Так, на сегодня заканчиваю. Следующий стрим через неделю, в субботу, но не в 2 часа, как обычно, а в 3. Ну, потому что считайте, что я перевел часы. В общем, зима, темно, спать охота допоздна, поэтому передвигаем на час. Как начнется весна, отодвину обратно на 2. Самое главное, не забывайте подписываться на мой канал, прожимать колокольчик, оставлять комментарии, а также донатить. Задонатьте мне от 10 рублей, и этот несчастный котеечка останется... Красный был стрим. Да, спасибо, тетя. Не, на самом деле, спасибо, что ты была со мной. До скорых встреч через неделю. Пока.